Привет, дорогие друзья, подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу представить на ваш суд один рейтинговый бой на вот этом вот красавце Т-57 Heavy. Переходим в реплей. Почему я часто показываю реплей? Ну, просто на данный момент мне так удобно. Я играю, когда у меня есть время, да, я больше времени провожу на работе. А когда есть время, катаю, потом озвучу и показываю вам свои видео. Быстро смотрим сетап. У противника 3 тяжелых танка, 2 ИСОТых, кавалерист, 1 средний танк, хомяк и 2 ПТшки. У наших средних танков нет совсем. У нас 2 ИСО-7 из тяжелых, 1 ИСОТы, ну и, конечно же, я. 2 ПТ-САУ, 3 ПТ-САУ, Вафля, Яга и Объект 704. Ну, даже сейчас ждем, пока подгрузится, я уже понимаю, что надо пробовать занимать горку. Почему-то у меня сразу эта мысль, думаю, надо ехать в горку. Потому что, так как у нас средних танков нет, а у них есть, да, они с большой долей вероятности могут ее взять и с горки уже наваливать нам полную жопу огурцов, как говорится, насыпать, да. А нам это не надо. Вообще, гора всегда, вот на этой карте гора — это как бы ключевая, стратегически важная точка. Поэтому я сюда и поехал, хотя рисковал, мог отхватить здесь, сразу отправиться в ангар. Ну, я на адреналине, видите, подъехал, врубил адреналин и заскочил, не получив же ни от кого. Но противники тоже не дураки, не откатились чуть назад. Я начинаю разворачиваться и получаю тычку от Есотова. Включаю голду. Он мансует, но видите, голда рулит. И 3 снаряда просто на ура заходят в него. Отъезжаем, сразу же отъезжаем, потому что главное, что на барабанном танке, это чтобы было место, где укрыться, пока твой барабан перезаряжается. Я отъехал, жду перезарядку барабана. Игра как бы, ну, бой только начался, поэтому как бы спешить куда-то рваться не стоит. В нижний бронелист заходит снаряд. Тут ВБР, по-моему, против меня, потому что он вообще непонятно куда зашел. А здесь это самая большая, ну, не самая большая ошибка, а просто моя ошибка, то, что я стрелял из аркадки. Не целился, ничего. Это было глупо, надо было просто прицелиться и попасть туда, куда нужно попадать. Ну, барабан перезарядился, мы выезжаем на кавалериста. И отдаем ему весь полностью барабан, все 3 снаряда заходят в него на ура. Отъезжаем и ждем КД барабана. Вот, самое главное, чтобы было где спрятаться. Любой камушек, любое здание, укрытие, любое укрытие вам поможет в этом. Иначе удачи не видать. Есотый снова мансует, но голда рулит и отправляет его в ангар. Тут я получаю от ПТ-шек две. Я знал, как бы, знаешь, я осознавал, что они там стоят. Ну, все равно я получу эти две тычки, нежелательные две тычки. Кто-то скажет, это грубая ошибка. Ну, я не знаю. Я не могу сказать, что да, как бы я не думал об этом. Я думал, что получу. И получил, конечно, да. Теперь я уже никуда не спешу. Перезаряжаю барабан. А мои союзники тем временем добирают шотного гриля и добирают кавалериста шотного. Показываю союзникам, где стоит ПТ-шка ихняя. Что кто-то туда ехал, засветил, так как у меня ХП не осталось. Объект 268 со своей читерной броней я не с первого раза не пробил. 2 снаряда зашли. И Вафа добила. Как говорится, добрала. Все, это наша победа. Получил плюс 54 к рейтингу, знак классности второй степени.
Ну и вот эти вот нашивки, медальки там всякие. Это как бы уже не совсем интересно. Хотелось бы посмотреть, да, детально, что я сделал в этом бою. Я произвел 4 выстрела, попаданий 13, пробитий 13. Ну, то есть, по стрельбе, я думаю, вопросов не возникает. Обнаружил противника в 3, то есть, я еще неплохо насветил, да, и урон с моей помощью 211. Давайте посмотрим эффективность. Вот. По моим разведданным, союзники 211 единиц урона нанесли хомяку. Этого я просто обнаружил. И обнаружил я сотого. Ну, то есть я еще неплохо насветил в итоге. Считаю, это нормально. Команда. Ну, давайте посмотрим, против кого мы играли в этом рейтинговом бою. Гриль. Ну, Гриль, конечно, согласен. Нескилловый игрок. Объект 268 также. Ну и вы по игре видели, где они стояли. Они просто как... крысу, как говорится, играю, да. Ну, я не осуждаю таких игроков, которые, как говорится, в крысу играют. Это их не личное дело. Есоты. Ну, Есоты довольно скилловый игрок. Но против голды его броня не роляла никак. Хомяк. Ну, хомяк. Нет у меня никаких комментариев. Против этого Есотова тоже нет никаких комментариев. Кавалерист. Получается что? Получается, у них и был один здравый скилловый игрок, это Есотый. Ну, в общем, вот такой вот бой. Пишите в комментариях вашу критику. Критику я всегда приму. Может, где-то вы увидели другие мои ошибки. Может, что-то скажете. Подскажете мне, потому что я учусь. Я не говорю, что я мега-классный игрок. Да, я учусь. И предлагаю учиться вместе с вами. Давайте учиться вместе, да, играть, повышать свой скилл, поднимать свою стату. В общем, кому понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно, подписывайтесь на канал. До новых встреч, мои дорогие друзья, и всем пока-пока.